Постой, любимая, это я. Эфталия? Какая Эфталия? Я Эрдем. Я вижу, кто ты. Только вот что ты здесь делаешь? Ночью было прохладно. Я замерз и забрался в твою кровать. Сейчас конец лета. Ты хоть придумай отмазку получше. Твой брат пришел. Господи, проклятие! Что делать будем? Эрдем, ты можешь успокоиться? Это телефон звонит. А звучит как дверь. Эй, тихо. Аслы? Гонжа, ты не спала? Нет, милая, не спала. Что случилось? Твой голос звучит очень плохо. Я уволилась с работы и позвонила, чтобы сказать это. Аслы, не неси бред. Почему? Просто я не могу больше там работать. Если я еще раз столкнусь с Чаглой, если она узнает, что я там работаю, она разнесет все. Понимаю. Ты права. Ты сама знаешь, как лучше. Когда я буду на работе, я скажу, что ты решила уйти. Хорошо, дорогая, я сейчас сообщу Вулкану. Будет лучше, если он узнает от меня. Хорошо. Целую. Увидимся. Увидимся. Я хотела сказать тебе, что увольняюсь. Я бы не смогла работать в клубе после всего того, что случилось. Спасибо тебе за все, что сделал для меня. Ах, Бурак. Это все из-за тебя. Душа моя, давай не будем в таком виде прогуливаться. Какие у тебя планы на сегодня? Сегодня сначала избавлюсь от этой одежды, потом поищу работу. Хорошо. Ладно. Гонжа, почему эти парни так смотрят на тебя? Они смотрят не на меня, на тебя. Ужас. Мне нужно идти. Скоро увидимся. Увидимся. Посмотрите только на мой вид. Мне срочно нужно избавиться от этой одежды. Полюбуйся на это. А, кошмар. Алло. Алло. Аслы в кафе? Нет, уважаемый Аслы, сегодня уволилась. Уволилась? Да. А, понял. А Гонжа там? Гонжа здесь, господин Бурак, но сейчас она занята, принимает заказ. Сказать, чтобы связалась с вами? А, будет хорошо. Гонжа, тебя искал господин Бурак. А для чего не сказал? Нет, просто просил, чтобы ты перезвонил. Ясно, спасибо. Не за что. Что он скажет, интересно? Ну что он скажет? Конечно же, спросит, где Аслы. Отвечу ему лично. Бурак? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Я всю ночь не могла до тебя дозвониться, очень волновалась. Как ты видишь, я в порядке. Хотел побыть один. Кстати, не приходи сюда каждый раз, когда тебе вздумается. Хорошо, не злись. Я не приду больше без предупреждения. Мы так и не поговорили о вчерашнем. Я, правда, очень расстроилась. Из-за нашего недопонимания. Я не хотела так относиться к Аслы, но я разозлилась, подумав, что вы вместе. Я правда не понимала. Не понимала, что делала. Я знаю, ты очень зол на меня. И прав, но этого больше не повторится. Поверь мне, пожалуйста. Простишь меня?
Если ты не будешь делать такого, будет очень хорошо. То, что ты сделала, это ненормально, Чекла. Как ты могла так разговаривать таким тоном на людях в таком заведении? Я сама еще пребываю в шоке. Я была сама не своя. Мне правда очень стыдно. Ты тоже не дави на меня, пожалуйста. Я очень по тебе соскучилась. Чагла, пожалуйста. Тебе нужно принять то, что мы расстались. Думаешь, это так просто? Я не спала всю ночь, потому что ты не отвечал на мои звонки. Чем больше я думаю, что потеряю тебя, тем больше мне становится плохо, Бурак. Я плакала всю ночь. Дай нам еще шанс. Не отдаляй меня от себя. Мне нужна эта помолвка, клянусь. Я не стану на тебя давить. Только если ты сам этого не захочешь. Бурак, только когда сам будешь готов к этому, пожалуйста. Прошу тебя, не бросай меня, не бросай. Пожалуйста. Бурак. Любимый, давай пойдем в кафе. Я не понимаю, как ты находишься здесь целый день. Я пробыла здесь 2 минуты и уже не могу выдержать. Я не могу уйти, мне нужно работать. Хорошо. Тогда я подожду тебя в кафе. Договорились? Хорошо? Чагла, да пойми ты уже. Не настаивай, я не хочу расставаться врагами. То есть ты до сих пор говоришь о расставании? Бурак, какой же ты безжалостный! Я совсем ничего не знаю про тебя. Ты совсем не любил меня? Поэтому пытаешься избавиться от меня? Ответь! Чагла, успокойся. Не успокоюсь. Хватит с меня. Ты не можешь меня бросить, ты понял? Ты не можешь меня бросить. Я не позволю этому случиться. Я сделаю все, что для этого потребуется. Ты меня понял? Все, что потребуется. Запомни это, Бурак. Ты меня не бросишь. Извините, пожалуйста. Слушаю. У вас есть апельсиновый сок? К сожалению, нет. В таком случае я могу взять колу? Конечно, сейчас принесу. Спасибо. Ослы. Ты посмотри, какой бардак. Бурак, нам нужно поговорить. Сейчас я вообще не настроен разговаривать. Давай потом. Это важно. И о чем же ты хочешь поговорить? Ослы уволилась. Думаю, ты в курсе. Ослы, 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 хватит уже! Что происходит? Кажется, ты сам уже начал верить в эту ложь, да? Бурак, я дал ослы слово, что она может работать здесь без проблем. Я предупреждал тебя 100 раз, а ты что сделал? Только еще сильнее надавил на нее, еще и натравил Чаглу. Что тебе нужно от нее? Тебе не хватает развлечений? Но я очень хорошо знаю, почему ты себя так ведешь. Хочешь, скажу почему? Потому что ослы не любят тебя. Потому что ты ей и не нужен. Ты не можешь принять это. Ведь весь мир должен крутиться вокруг тебя. Все должно быть только твоим. Все должны подчиняться тебе. Но со слы ты не справился, поэтому разошелся. Пусть будет так, как ты считаешь. У меня нет для тебя ответа, кузен. Я еще не закончил. Если ты выгонишь ослы из дома, так же, как и из клуба, я могу забрать ослы с мамой к себе домой. Нет. У меня таких намерений нет. Я рад. Разговор окончен.
Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...